Is it taking all the drugs? Fallout was a pretty hardcore franchise. In the first two games, you could kill innocent civilians, slaughter children. Дорогая, подержи-ка вот эту ничем не примечательную связку динамита у себя в руках. Да-да, вот так. А теперь отойди-ка в сторону на пару метров. Во второй части она также влияет на продолжительность занятия сексом. Серьезно, во втором фоле тема секса — это то, чему разработчики уделили определенное время. Более чем в любой другой известной мне RPG. Да разрази меня гром, если у них не было сперматоксикоза во время ее разработки. Иначе как объяснить, что здесь для данного процесса учитываются целых три параметра, а именно сексуальный уровень, сексуальный рейтинг и количество занятий сексом. При этом сексуальный рейтинг высчитывается вот по такой, сука, формуле. Да вся боевая система Скайрима работает проще, чем перепихон в Фоллауте. Так что если вы по какой-либо причине решили отыграть роль Жигала, теперь вы знаете, в какой параметр вкладываться. You think you can destroy me? Destroy me?